Друзья, всем привет! С вами Павел. Хочу поделиться на своем канале одним событием. У нас тут в центре города происходит сейчас автовыставка. Автовыставка классических американских моторов, автомобилей. Давайте посмотрим. Он просто ходить будет смотреть. Такая классика здесь стоит. Знаете, я был недавно в Москве и заметил очень много, ну не то чтобы много, но раньше такого не видел. Нет-нет, выезжая на дороге, я замечаю американские автомобили классические. Вот. Это очень интересно, потому что, видимо, людям надоело все это новье, которое можно купить, да и цены на них серьезно взлетели. Вот, поэтому прикольно увидеть что-то вот типа такого или такого, да, вот как вот тот Chevrolet, да, черный, вот, на дорогах Москвы. В общем потоке это начинает, конечно, серьезно выделяться. Это прикольно, что есть такие автомобили. А не какие-нибудь там, я не знаю, Volkswagen и Polo, Hyundai всякие, Kia, все такое. Ну и китайцев много, конечно. Вот. Посмотрим Cadillac. Такие диски. Идем дальше. О. Наверное, какой-нибудь Packard. Нет, это Pontiac. Я ошибся. Они все похожи. Silver Streak. Прикольная машина. Вот Pontiac. Автомобиль 48-го года выпуска. Движки, а как принято говорить, двигло или двиглище, да, какой-нибудь, не знаю, там V8 или еще что-то, когда люди не думали о том, сколько стоит бензин, да, просто ездили и наслаждались. Вот. Постоянный поклонник этого автомобиля. Прикольный пикап Chevrolet. Прикольный диск. Ну, это мы все знаем, это Volkswagen Жук. Chevrolet. Такие монстр-траки есть, на которых надо подниматься по лестнице, чтобы что-то сделать в двигателе. Например, залить незамерзайку или стеклоомыватель. Вот классика, Мустанг. Красота. Я думаю, многие бы хотели заиметь такой автомобиль. Позже я покажу то, что мне нравится. Это Кобра. Шелби Кобра. Корвет. Извините, ошибся. Похоже. Корвет. Один из первых, видимо. Вот так. Красота. Давайте еще раз обойдем ее. Нет, с этого края. Смотрите, что внутри.
3. А вот как прячутся фары в этих автомобилях. Потом они просто переворачиваются и все. Мне всегда было это интересно. Так, она закрыта. Он раз перевернулась и все. Корветы. Корветы одни из самых популярных. Корветы и мустанги одни из самых популярных автомобилей на выставке. Здесь по ним все сходит с ума. Ну, пытаются заиметь какой-нибудь экземплярчик для себя. Кадиллак. Наверное, давайте обойдем его тоже посмотрим. Что это? Thunderbird. Буревестник. Форд. Даже вот такая маленькая моделька на воздушном фильтре. Там с коробкой. Коробка автомат. Это Кадиллак Эльдорадо, оказывается. Такой прикольный деревянный интерьер. В идеальном состоянии двигатель. Просто все помыто, все чисто, все покрашено. Ни к чему не придерешься. Тоже Кадиллак. Улицы перекрыты, можно ходить спокойно, свободно. Сейчас мы подойдем. Вот оно. То, что мне нравится. Вот оно, Корвет. Вот это круто. Давайте обойдем его. Можно посмотреть, что внутри. А тут? Непонятно. А, тут механика, коробка механика. Такое двиглище. Непонятно, какой объем. Во! Посмотрим на это. Это Камаро. Шевроле Камаро. В России его называют ласково комарик. Даже вот так. Сверху такое. А, это он убрал капот наверх, на крышу. Показывает двигатель. Прикол. Thank you.
продается, кстати. Можно посмотреть цену. Нет, телефон. $25,000 за него просят, кстати, вот. Можно сфотографировать телефон. Кому заинтересовало, можно купить. Вот телефон. Звоните в США, $25,000 просят за этот автомобиль. 25, right? 25, right? Okay. И эта цена не окончательная, возможно, дешевле будет. Можно поговорить. Я думаю, за 20-ку отдаст. Кому это очень интересно. Продается. Во! Гламурное начало прошлого века. Вот это классно. Вот таком бы я хотел покататься. Что это? Это Плимут. Моторы Крайслер. Крайслер Моторс. Демарко. Такие прикольные пикапы. Насколько они были меньше существующих сейчас. На Chevrolet. Класс. Вот это мне нравится. Как классика, классика. Да, смотришь на эти автомобили, понимаешь, сколько здесь всего живого дизайна, да, сколько здесь железа, какие-то движки стоят прикольные. Вот, это, видимо, автомобиль на стадии реставрации, его делают, да, уже в хорошем состоянии. Скорее всего, это Ford, но я не уверен. Вот его раздаточная коробка сзади. Вот бензобак, видимо. Классно. Вот такой прикольный семейный Chevrolet. Рама. Деревянный кузов. И двигатель. В отличном состоянии. Старый номер, новый номер. Thank you.
really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. One by one, become so excited. Watch her look at her run. До новых встреч. Пока-пока. Кружочек. Да. До новых встреч. Пока-пока.